Всем привет! Для электрического котла мне понадобился терморегулятор, поэтому мы сегодня будем собирать терморегулятор. Вернее, как собирать, уже из готовых блоков будем его делать. Для этого нам понадобятся две вот такие вот коробочки небольшие. В этих коробочках находится терморегулятор, в другой коробочке находится контактор. Контактор мы пока отставим в стороночку. Возьмем терморегулятор. Так, здесь крышечка у него идет. Инструкция и сам терморегулятор. Данный терморегулятор питается от 220 вольт. Также есть модели, которые питаются от 12 вольт и от 24. Так, вот модель терморегулятора STK-3008. У него идет два термодатчика, два экрана. Он идет двухканальный. Он может управлять сразу двумя каналами. В некоторых обзорах говорят, что этот на нагрев, этот на охлаждение. Но ему без разницы. Просто у него цвета экранов разные, а управлять можно как этот нагревом, так и этот можно нагревом управлять. То есть вы можете для одного котла выставить одну температуру, для другого котла другую температуру, если у вас два котла. Инструкция. В инструкции все подробно написано на английском языке, где какая кнопочка за что отвечает. Также есть схема подключения, регулировки температур от минус 55 до 120 градусов. Также в данном регуляторе предусмотрена задержка включения от 0 до 60 минут. Можно выставить как на одной линии, так и на второй. В обзорах, сколько смотрел, везде пишут, что здесь задержки нет. Однако она здесь есть, просто не все знают, как ее включить. Здесь вот показано, что она есть от 0 до 60 секунд. Изначально здесь стоит 0. Для подключения питания здесь на схеме написано 1-2 контакты, включение, power supply. Подключаем питание. Так, питание подключили, 220 вольт. Производим первое включение. Сейчас терморегулятор показывает текущую температуру на одном канале, на втором канале. Вот эти светодиодики означают, что выход включен. В каких-то параметрах он установлен и включен. Чтобы посмотреть, какая температура задана, нажимаем вот на циферку 1. Это вот эти две кнопочки, это относятся к первому регулятору. Вот эти две кнопочки относятся ко второму регулятору. Чтобы посмотреть начальную температуру, нажимаем на 1. Вот на эту кнопочку смотрим, вот с этой температуры начнется включение ваших ТЭН. Чтобы посмотреть, на какой температуре она завершится, нажимаем вторую кнопочку 34,7. То есть сейчас температура выше, чем 28,4, но ниже, чем 34,7. Поэтому говорит светодиодик, что выход включен. Берем датчик в руку, нагреваем его. После того, как температура поднялась выше 34,7, регулятор отключил тены. Теперь он будет остывать до значения 28,4. Когда остынет до этого значения, снова произойдет включение. Для настройки температур срабатывания, для первого нажимаем эту кнопочку, держим, замигало, все, меняем значение, какое нам нужно, вверх, вниз. Вот этой кнопочкой меньше делаем, вот этой кнопочкой больше делаем. Если нажать и держать, она быстренько побежит, либо потихоньку набирать. Выставили 29. Все, вот это текущая температура, выставленная 29. Это температура включения будет, температура отключения. Нажимаем на вторую, держим, замигали. Также выставляем, сколько нам нужно.
допустим, 34. Все. Текущая температура 30 градусов. Температура включения 29. Температура выключения 34 градуса. Для того, чтобы изменить параметр задержки включения, нужно зажать вот эти две кнопочки и держать их. Появилось значение задержки 0,0. Ее можно выставить в пределах, указанных в инструкции. Также кнопочкой вверх-вниз, либо больше, либо меньше делаем. Также настраивается второй канал, только вот этими нижними кнопочками. Также первое нажали, держим 25 градусов. Второе значение 40 градусов. Также сама задержка. Нажимаем две кнопочки, держим. Задержка включения. Вот такой вот регулятор. Выходы данного регулятора рассчитаны 220 вольт, 10 ампер. То есть, если вы хотите вот на этот контур, допустим, подключить вентилятор для охлаждения, и вентилятор у вас не потребляет больше 10 ампер, то можно напрямую вот к этим контактам подключиться. Также касается второго канала. Если вы его, например, поставите на обогрев, и у вас обогревательный элемент не превышает потребление в 10 ампер, то можно подключить тоже к этим контактам. А если же у вас превышает 10 ампер, и у вас, например, не 220, а 380 вольт, у вас стены запитаны, либо от трехфазного 220 запитано, для этого вам понадобится дополнительно еще одна коробочка, как вот в моем случае. У меня три фазы подходят к котлу, поэтому вот этот регулятор напрямую подключать нельзя. Для этого понадобится вот эта вторая коробочка. В ней находится контактор. У данного контактора есть все, что мне нужно. Это три линии L1, L2, L3. То есть вход будет, выход. Подключаем к нему наш регулятор. И тем самым он будет управлять, этот регулятор, вот этим контактором. Контактор можно выбрать любой, на любой ампераж, какой вам нужен. После того, как терморегулятор подаст сигнал, сработает контактор и замкнет контакты. Ток потечет через него и включатся тенны. При этом можно будет через автомат регулировать, сколько вам тен нужно включить. Либо одну, либо две, либо три. Ставим три автомата. И регулируем. Один автомат, два, три. Соответственно, у вас будет регулироваться, вот как в моем случае, 2 киловатта будет, либо 4, либо 6 киловатт. Так, давайте все это сюда подключим сейчас и посмотрим, как это будет работать. Для моего конкретно случая подходит вот такая вот схема включения. Для этого нам нужно, согласно схеме, сюда и сюда ставится перемычка. Здесь у нас будет выход. Также еще один выход у нас будет вот здесь вот. Это вот будет выход на контактор. Это будет 220 вольт сюда приходить, вот с этого контакта. Так, еще разочек поясню. Значит, у нас 220 вот по этим проводам приходит. Вот этот вот проводок с 220 сразу пойдет на контактор. Вот этот проводок идет вот сюда вот к реле. С реле уже выход будет вот этим проводком. Вот эти два провода у нас пойдут уже к контактору. Контактор подключается вот к этим контактам. А1, А2. 230 вольт, 50 герц. Вот эти проводки мы подключаем вот сюда вот. Вот так вот все получается. Контактор, терморегулятор. Для визуального контроля включения контактора подключим сюда лампочку сейчас. Лампочку подключу вот к линии L1. Когда включится контактор,
загорится лампочка. Термодатчики отключал, чтобы не мешались. Сейчас их устанавливаю на место. Так, начинаем испытание. Контактор включился, значит, светодиод горит, поэтому контактор включился. Выставляем нужное нам значение. Делаем 30 градусов. Давайте 31, 32 давайте. Начало включения сделаем. Выключение сделаем. Пусть будет 40 градусов. Сейчас будет он во включенном состоянии, до тех, пока мы датчик не нагреем до 40 градусов. Берем датчик, ложим на лампочку. Пошел нагрев. градусов. Регулятор отключил контактор, соответственно, лампочка погасла. Сейчас будем ждать, пока остынет термодатчик. Как только термодатчик остынет до заданной нами температуры в 32 градуса, так сразу же опять включится реле. Ждем. Терморегулятор подал сигнал на включение контактора. Контактор включился, лампочка загорелась. Все, сейчас нагрев будет опять же до 40 градусов. Греем. Все, контактор выключился. Вот такой простой способ сделать терморегулятор для вашего котла. В процессе подключения обратил внимание, вот здесь стоит единичка. Вроде как этот экран должен относиться к первому каналу. Вот этот ко второму. Вот здесь вот такая табличка. Первый канал, второй канал. А здесь все оказывается наоборот. То есть термодатчик, вот который под циферкой 1, он относится ко второму экранчику. Под циферкой 2 он относится к первому экранчику. Также выходы. Где вот под циферкой 1, это выход идет на второй экран. Под цифрой 2 на первый экран. Либо они вот здесь циферки перепутали 1, 2, либо здесь вот они что-то наклейку попутали. В общем, вот такая вот ситуация. Итак, подведем итог. Для тех, кто хочет управлять температурой, хоть нагревом, хоть охлаждением, можете приобрести вот такой вот терморегулятор. Стоит недорого, ссылочку на него оставлю ниже в описании, где его приобретал. Если у вас нагрузка до 10 ампер, приобретайте его, смело подключайте хоть вентилятор, хоть компрессор холодильника, хоть нагревательный какой-то элемент, тепловентилятор или еще что-то. Если у вас один канал, опять же 10 ампер не превышает нагреватель, то можно его использовать один вот так вот, все, он будет замечательно работать. Если у вас нагрузка больше, если вы хотите использовать котел, дополнительно приобретаете вот такой вот контактор на ваш ампераж, подключаете вот этот вот терморегулятор к этому контактору, и все у вас будет работать. Схема подключения здесь вот указана. Все это установлю в корпус, подключу к котлу, ну и сниму, наверное, дополнительное видео, как это все установлено, как все подключено, как все уже работать будет с котлом. Подписывайтесь на канал, следите за дальнейшими событиями. Кому понравился ролик, ставим лайк. Кому не понравился, дизлайк. Какие-то, если вопросы возникли, задавайте в комментариях. Постараюсь всем ответить. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.